Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и это кентрозавр. Это такой, как стегозавр, только у него не пластинные шипы, и еще и на плечах у него тоже есть большие шипы. В общем, там, давайте сейчас с ним познакомимся. Первый уровень, 10-й, 20-й уже стала раскраска повеселее, 30-й вообще прекрасно. И 40-й, короче, у нас получился какой-то гибрид с анкилозавром. Появились бронепластины. Давайте сейчас мы прочитаем, что про него нам пишет. Длина взрослого кентрозавра составляет примерно 4,5 метра, а вес более 1,1 тонны. В общем-то, совсем не гигант, скажем так. Подобно стегозавру, у кентрозавра на спине и от шеи до таза проходит двойной ряд костяных пластин, а также имеется шипастый хвост. Ну, это такие пластины, это больше на шипы похоже. Вначале, конечно, пластины, но дальше точно шипы. Вы знаете, что кентрозавр имеет по длинному шипу на каждом плече. Его название означает ящер со стрекалом. Вот такие дела. И эволюция четвертая. Для поддержания рациона из низкой растительности кентрозавр предпочитает жить там, где ее много. Такое, чушь какую-то написали. Ну, в общем-то, зачем я это вам показал? Ну, как вы знаете, у нас идет турнир Лига Доминаторов, он у нас в понедельник заканчивается. Ну, как раз серия выйдет, думаю, турнир еще не успеет закончиться. Ну, как-то активность небольшая, потому как бы легко тут пробрался в 1%. И 1000, ну 500 грубо возьмем вверху у нас, а у меня сколько, 1100, да, а у меня 1200, 300 очков при желании, то есть там 10-12 боев и можно занять первое место. Так, ну мы особо по этому вопросу париться не будем, я думаю, даже если бы я не сражался сейчас, нас вряд ли, смотрите, процератозавр, мы обязательно им сразимся, но чуть попозже, ребятки, чуть попозже. Так, первая битва, у меня была только что битва, и там были такие существа силой удара, короче, под 800 примерно, вот что-то такое мы сейчас и будем брать. Блин, смотрите, как мы, блин, метриакантозавр, просто жесть. Давайте, вот так. Вот так и вот так. Я только что сбегал Карнораптор. Я его успешно отловил. Так, 600-500 тысяч. Ну, как раз метриакантозавр нам попался, на которого я обратил внимание. Давай вот так. Блин, апатозавр, да, жирный-то, ё-моё, 6400. Попробуй, пойди пробей. Ну, буду ставить один защиту. А, подожди, пеликанитарик сдохлый. Ну, а метриакантозавр, он же легко может сейчас подниться и меня пробить. Вообще по 1000 может на самом деле меня пробить. Поэтому давайте, наверное, не будем этого допускать. Ах ты, гад, таки выжил. Но больше сейчас сняли, это хорошо. Сейчас подменится. Я знал, что ты так сделаешь. У него один балл остался, напомню. Так, ну здесь мы легко, короче, разбираемся. Раз, два, три. И раз, два, три. Отлично. Готовенький. Прилях, отдохни, дорогой. Бля, такое воло. Зоб, воло, торчащее у пеликанифтерикса. Ну и что? У меня есть противоядие. Раз, два, раз, два. А, вот так. Да, ну как-то смешно видеть, да, удар лапой от такого небольшого существа, как Карнораптор. Они-то и зубами мало чего могли прокусить. Основное оружие — это большой коготь. Хотя по другой теории нет. Коготь был только для удержания, зубки у них были острые. Так, ну ладно. Мы тут съедим пеликанептерикса.
Готово. Так, продвинулись немножко вперед. Кстати, рулетку можно крутить как в одну, так и в другую сторону. Если я не ошибаюсь. О, Кентрич. А, кстати, я крутил рулетку с права налево, она крутится слева направо. Так, ну, идем дальше. Блин, сортировка, когда она уже будет запоминаться? Так. Хочу у Нейринха. А вот так вот и пойдем. Давненько я у Нейринха не видел. Залмоксис, да, такой. бронированный дружочек. Сейчас мы все наваляем. Так, против нас Дохлотатор, Круглозуб и Метриокрыл. Отлично, атакуем. Ни одного хищника у него нет, так что моим травоядным ничего не угрожает. Я думаю, он защитился. Хоть чуть-чуть. Ну, на самом деле, Диплотатор может у Нейринха прокусить на раз-два. Так, ну, а вот у него идет Метриофадон. И ему нужно подменяться. Чтобы не обосраться, так сказать. Ну, косарик, да? 11-й, прикиньте, 2000 ударов у 11-го Метриофадона. Это серьезно. Ну, вот таким вот легким пинком Унаринг отправил его бабушке. Так, 4. Эх, я-то думал уже одним Унарингом все пройти. Но можно было бы, если бы я поставил защиту. Так, ну теперь жабозаврик. Наш жабозаврик съест крутозаврика. Раз-два, уноси готовенького. Готово. 32-е место у нас. Крутим нашу волшебную шарманку в Лиге Доминаторов. И я хочу почитать набор. Мне вот что-то давно наборы не попадаются. Какой-то редкий, супер редкий наборчик бы. Эрлифозавр. Вот и Юлий. Его величество Спина Юрий. Акантостегас восьми пальцами. За два удара сможем пробить, если насобираем два удара. Давайте попробуем. Отлично, идеально. 2491. Соточка сверху и все. Так, глазастый Траодон, который у нас появился в Jurassic World Evolution. Не будем тебя атаковать. 6 баллов. Что ты будешь делать? Атакует на все 6. Но не самое умное решение. Ну, когда мы сражаемся в турнире, да, у нас, по крайней мере, противники ведут себя нестандартным образом. Так. 4.
от Стигича и атакует на все четыре. Крупный план головы Стигимолоха только что мы наблюдали. И мега удар от Спинораптора. 31 тысяча. Целое стадо Стигимолохов пробил бы. Двадцать восьмое место. И набор кентрозавра. Вот совсем у нас под носом. Оу, набор загадка. Ну, наборов загадок мы открывали довольно много. Мчимся дальше. Про цератозавр немножко позже будет. Так, давайте Барионикса возьмем. Птеродактиля и Метриакантозавра. Обладатели, блин, ну практически поровну, да, жизнь и удар. Ребятки, а ну-ка, какой у нас следующий динозавр по соотношению жизнь и удар? Так, стоит переберечься. О, противник у нас довольно сильный попался, на удивление. Атака на 2. А я за 2 его. Блин, не пробиваю, печалька. Я-то думал, что может хватит. Так, ну сейчас Индоминус меня сожрет. Расклад не лучший. А, ну у него всего лишь 2, а у меня уже будет 3. Эх, и тут нам не хватает. Ну вот это вот очень. Нам по там 100 очков там не хватает, это плохо. Потому что Тапиелозавр, у него сейчас будет 3 балла, а ему достаточно бить. Может и 2 хватит, а ну... 3. Атака на все 3. Не, ну это вообще такой смешной бой. Ну зачем вот так делать? Он же теперь понимает, что я его и за 2 пробил бы. В общем-то, это была вообще легкая победа для нас. Нам противник сам ее подарил. Никакой интриги не было. Так, какое место? Место номер 24, ребята. Нет, то есть оно все-таки крутится в одну сторону все время. Так, ну, незамедлительно идем снова в бой. Так, процерат у нас пойдет напоследок. Сейчас, я думаю, вы точно хотите например Монастигатопса хотите, Крутозавра и Стигимолоха. Я угадал? Ваше желание выполнено. И 1400 700 800. Вот так вот, то есть первый у нас самый мощный. Он, да, под кстать нашим Монастигатопсом. Так, противник, 4 балла. Что-то мне кажется, что он поставит защиту. Нет, смотрите, противник очень рисковый. Это у нас кто там, Наруто или кто у него на аватарочке? На все 7. Ну и вот это стоило столько мучиться собирать, чтобы все потратить за один раз.
Да. Раз, два, три. Раз. Ну, два поставлю все-таки, если он... Хотя, зря, надо было один поставить. Перестарался он сейчас на надозавра подменится. Ой, как мало бьет пахигалозавр. Ну, извините меня, я уж не буду повторять свои ошибки. Противник решил вообще в защиту не ставить. За это мы его только что наказали. У него 8 баллов. Атакует на 6, осталось 2. А у нас 2 уже есть. Значит, мы его легко пробьем за 4. Ха-ха-ха. Мое кунг-фу сильней. Да. Ну, я все никак не могу забыть, ребята, вот тот бой, где Остапозавр 40-й пробил 3 пахигалозавров. Кто смотрел тот бой, ставим лайк. Это просто была жесть. Один несчастненький Остапозавр 3 пахигалозавров, у которых по 18 косарей жизни. А у него-то несчастного 5-ка. Я вообще кручу в другую сторону, ну, рулетка, крутись в обратную сторону. И великая награда, 34 тысячи монеток. Так, мы идем дальше. Сортировочка. Индораптора. Вы хотите Индораптора? Я точно это знаю. Индораптор. Эудиморфодон и Индоминус. Слаженная команда. Нам противники попался процератозавр. Видите, в такой вот картинке он похож на оборотня, ребята. Вот кто, вот эта вот картиночка, 22 уровень. Ну, мне оборотня напоминает. Как вам? Напишите об этом в комментариях, ребята. Так, но мы его легко съедаем за один удар. Прости, мой друг. Вервульф, но тебе хана. Так, ну это какие-то у нас изёвые противники. Вообще по изичу. Здесь даже пол Индораптора справилась бы. Ой, зачем я ударил 2? Кто знает. Я тут за один удар 2 пробиваю. Я взял и ударил на 2. Ай-яй-яй. Ну да, это такой сбой подбора противника, скажем так. Попалось нам что-то совсем не под наш уровень. Давай, не мучайся, пожалуйста, не ставь защиту. Ну вот, зачем вот это надо было мучиться так? Это был не бой, это была изи-катка. ребятки. То есть мы уже 200 баллов насобирали. Редкий набор. Так, ладно, идем, ребятки, в бой. Идем в бой и берем кого? Вы все правильно поняли. Берем процератозавров, как только отсортируем. Где ты, наш процерат? Вот мой процерат. Конковинатор. Наш герой Остапозавр и процератозавр. Конковинатор, красивый динозавр. 900-800 тысяч, да? Сила удара противников. Это то, что я вам рекомендую запоминать, ребята, перед каждым ТВ. По крайней мере, примерно сколько ваши противники бьют. Так, цыпленок. А ну, рот закрой. Так, ну вот и все. Тогда мы сейчас что делаем? Накапливаем конковинаторы и 2 съедим процератозавром.
Не буду пытаться даже их как бы пробивать. Дождусь, наверное, их не атаки, когда они разгрузят свои баллы. Так, 6 баллов, ну и что делать? Ну вот долго он собирается сидеть. Я его одного, двоих за один удар пробиваю. Так, минус один и Аламбия. И Анкелодок. О, 8. Неужто ли пробьет? 6. Блин, пробил таки. На 5. Ну, на 4, наверное, не хватило ему пробить. Ну, ладно. Жаль, жаль. Я собирал 8 баллов. Хотел... Единственный, кого мы потеряли в этом бою, это тот, кого я не хотел потерять. Это Процератозал. И опять, ну, герой Астапозала. И 1354, то есть, в общем-то, ровно 200 баллов, да, мы тут завоевали. И на этом, ребяточки, пожалуй, все. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.